Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Пеку лепешки вместо хлеба. Вкусно, полезно, да и тесто замешивать не нужно. Фокаччо – это вкусная воздушная лепешка в итальянском стиле. Сверху ее покрывают оливковым маслом и сушеными травами. Теперь я заменяю этим изделием хлеб, потому что лепешка прекрасно подходит к любому блюду. Зато я точно знаю, из чего она сделана. Один из главных плюсов этого рецепта для меня – это простое тесто. Его не нужно замешивать, и я не люблю этот процесс. Чтобы приготовить простую и воздушную лепешку в итальянском стиле, нужно взять следующие ингредиенты. 400 стакана муки, четверть чайной ложки быстрых дрожжей, 1,5 чайных ложки соли, 2 стакана воды. Также по 2 столовые ложки оливкового масла и кукурузной муки и 1 столовая ложка итальянских трав. Начинать приготовление нужно с вечера, так как тесту нужно будет постоять, так что рассчитывайте свое время. Итак, сначала соединяем муку, соль и дрожжи. Тщательно перемешиваем, чтобы все хорошенько соединилось. После этого добавляем воду и при помощи ложки начинаем все размешивать. В итоге тесто должно превратиться в рыхлый и липкий комок. Главное, чтобы на дне и стенках емкости не оставалось сухой муки. Если это произошло, можно добавить пару ложек воды и снова хорошо все перемешать. Теперь можно накрыть тесто полотенцем и оставить при комнатной температуре на ночь от 12 до 18 часов. В итоге тесто поднимется, станет пышным, но влажным. Присыпаем небольшим количеством муки, чтобы не прилипало к ложке, и несколько раз размешиваем с краев миски, чтобы тесто собралось в шар. Противень укрываем фольгой, наносим ложку масла и посыпаем кукурузной мукой. Тесто растягиваем руками в прямоугольник и выкладываем на фольгу. Смазываем остатками масла и посыпаем приправой. Оставляем так на час. После этого пальцами нажимаем на него, чтобы сделать красивые выемки. Выпекаем при температуре в 210 градусов в течение 25 минут. Перед подачей нужно остудить нашу лепешку и нарезать на кусочки. А какие подобные интересные рецепты можете посоветовать вы? Поделитесь с нами в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал.